Всем привет! С вами канал Максимум Идей. Меня зовут Наталья. И в этом видео я научу вас плести вот такой красивый браслет, который называется «Радужные сердечки». Он состоит из 9 сердечек разного цвета. Каждое сердечко плетется по отдельности с помощью рогатки. И сейчас мы посмотрим, как это делается и сколько резиночек нам для этого понадобится. Итак, давайте приступим. Для плетения браслета радужные сердечки мы будем использовать мини-станочек или рогатку. Нам понадобится всего лишь 2 столбика, а также крючок для скидывания петелек и клипса-застежка подходящего цвета под ваши резиночки или прозрачная. Также для плетения сердечек нам понадобятся сами резиночки разных цветов. Всего для получения браслета необходимой длины мне понадобится сплести 9 сердечек. Каждое из этих сердечек я буду делать другого цвета. То есть у меня будет одно сердечко розово-фиолетовое, второе голубое, третье зеленое, четвертое желтое и так далее. Для первого сердечка нам понадобится 18 цветных резиночек, для 8 остальных по 16 цветных резиночек. И еще мы будем использовать черные резиночки, их понадобится 10 штучек. Для плетения первого сердечка я буду использовать розово-фиолетовые резиночки. И первую резиночку я надеваю на оба столбика обычным образом, не перекручивая. Затем беру одну черную резиночку и надеваю ее на правом столбике, обернув 3 раза. 1, 2 и 3. Дальше нам понадобится крючок. Вводим его внутрь столбика под 3 оборота черной резиночки и захватываем цветную нижнюю. Переносим ее на левый столбик. Опускаем плетение пониже и надеваем следующую цветную резиночку на оба столбика обычным образом. Теперь черные 3 оборота мы скидываем на нее. И верхнюю цветную резиночку с левого столбика мы переносим на правый столбик. Должно получиться по 2 цветных резиночки на каждом из столбиков. И между ними черная резиночка из 3 оборотов. Далее у нас начинается повторяющаяся комбинация. Для нее нам понадобится 7 резиночек. Каждую из этих 7 резиночек мы накидываем на столбики и нижнюю резиночку отправляем в серединку с левого столбика. Первая у нас была, это у нас вторая. Снова нижнюю слева мы отправляем в серединку. Третья, нижнюю слева скидываем. Четвертая резиночка, скидываем нижнюю слева. Пятая резиночка. Снова нижнюю отправляем в серединку. Шестая резиночка. Еще раз нижнюю скидываем. И после того, как мы накидываем 7-ю резиночку на оба столбика, мы спускаем 2 нижние с левого столбика. Теперь соединяем подготовленную резиночки. Накидываем еще одну и одну с левого столбика и 7 резиночек с правого отправляем в серединку. На правом столбике у нас должно остаться 3 резиночки, 2 начальные и 1, которую мы только что накинули последней. Это будет половинка нашего сердечка. И сейчас мы сделаем вторую, но уже на правом столбике, поэтому мы перенесем резиночку верхнюю с правого столбика на левый и продолжим надевать резиночки 7 штучек. И в этот раз мы скидываем с правого столбика. Накинув первую, нижнюю с правого столбика мы отправляем в серединку. Надеваем вторую, снова нижнюю справа, отправляем в центр. Затем третья, нижнюю справа отправляем, четвертая, снова нижнюю сбрасываем с правого столбика, пятая,
снова нижнюю. Отправляем. Шестая. Нижнюю спускаем в центр. Седьмая резиночка. После седьмой мы скидываем две резиночки с правого столбика и соединяем подготовленные резиночки. Накидываем восьмую и на нее спускаем нижнюю с правого столбика и 7 резиночек, которые мы надевали с левого столбика. Должно остаться 2 цветных резиночек внизу, вот они, и 1 резиночка сверху на левом столбике. Вот такое вот уже сердечко у нас образуется. И теперь нам понадобится черная резиночка. Мы ее накручиваем на левом столбике, обернув 3 раза. 2 и 3. Теперь заводим крючок внутрь под эти 3 оборота. Захватываем 2 верхних цветных резиночки. Переносим их на правый столбик. Черные 3 оборота скидываем с левого столбика и верхнюю из цветных резиночек возвращаем назад на левый столбик. У нас вновь получается на рогатке по 2 цветных резиночки. Давайте сплетем еще одно сердечко, чтобы вы запомнили, как его плести. В этот раз у меня будет сердечко из голубых резиночек. Накидываем 7 голубых резиночек, каждый раз спускаем с левого столбика нижнюю. Первая резиночка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. И когда мы накидываем 7 резиночку, мы спускаем 2 нижние резиночки с левого столбика. Теперь соединяем половинку сердечка с помощью еще одной голубой резиночки. Скидываем на нее 1 с левого столбика и 7 голубых резиночек с правого столбика. Половинка еще одна сердечко готова. Мы переносим голубую резиночку с правого на левый столбик и повторяем то же самое, только уже на правом столбике. То есть надеваем 7 резиночек и каждый раз скидываем нижнюю в серединку. Первая резиночка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. После седьмой мы скидываем 2 резиночки нижних с правой стороны и соединяем эту половинку с помощью еще одной голубой резиночки. В этот раз мы скидываем с правого столбика одинарную резиночку нижнюю и 7 резиночек с левого столбика, чтобы осталось только верхняя и 2 нижних. Еще одну черную резиночку берем, накручиваем на левом столбике, обернув 3 раза. Крючок вводим внутрь столбика под 3 оборота черной резиночки и захватываем. Можно по одной это делать. 1 резиночку вытаскиваем на правый столбик, надеваем. Затем 2 верхнюю резиночку также само вытаскиваем и надеваем на правый столбик. Скидываем черные 3 оборота и верхнюю голубую с правого переносим обратно на левый. Расправляем сердечко, и у нас уже получилось 2 готовых сердечка.
Вот такой браслет из разноцветных сердечек у меня получился. На рогатке у нас осталось по 2 резиночки. Нижние резиночки мы отправляем в серединку. И последние переносим с одного столбика на другой. И растянув немножко резиночки, накидываем клипсу застежку. Затем находим начало нашего браслета, черную резиночку. Растягиваем ее и накидываем на второй крючочек клипсы застежки все три оборота. Затем снимаем браслет со станочка. И вот такой вот у нас получается красивый, широкий, яркий браслет с сердечками. Вот такие варианты у меня получились. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на наши новые видеоуроки. Всем удачного плетения! Пока!